Дело в том, что есть люди, которые, я не знаю, почему они берут за основу «Чужой мир», ну, бог им судья, ладно, и делают что-то абсолютно свое на основе этого «Чужого мира». Хорошо это, плохо, этично, неэтично, не знаю, получается хорошо и ладно. Когда получается плохо или когда пишут фанфики, возможно, здесь есть поклонники фанфиков, я приношу им свои извинения, я не люблю фанфики. Вот. И вот когда пишутся фанфики, это просто обидно, особенно когда они хорошие. Человек может написать классно. Человек зачем-то берет чужое и свой талант не раскрывает, потому что ему не приходится представлять читателю героев, ему не приходится представлять читателю мир, ему не приходится, его душе не приходится трудиться вот с той отдачей, с какой приходится трудиться автору оригинального произведения. И мне обидно за хороших райтеров, которые пишут хорошие фанфики, вместо того, чтобы писать, как это сейчас называется, ориджи.